Дорогие друзья, давайте обратимся к лунному календарю. Недавно я вам рассказывал, что 7 сентября на экзальтации Меркурия наблюдается перигей Луны. Но это еще не все, а в субботу 10 у нас будет в орбисе этой экзальтации состоится полнолуние. И это полнолуние будет особое. Оно называется урожайное полнолуние, потому что урожайным называется ближайшее полнолуние к дню осеннего равноденствия. И мы с вами проведем, а день осеннего равноденствия 23 сентября, мы с вами проведем на урожайное полнолуние важный ритуал, чтобы в семье у всех домочадцев все было в порядке. Истинный смысл урожайного полнолуния – это помочь всем, кого вы любите. Хочу сразу сказать, что этот особый ритуал мы будем проводить в субботу, 10 сентября в 17:00 по московскому времени. Всех призываю участвовать в этом стриме, а также хочу сказать, что люди редко ценят и понимают роль родных и близких в их жизни. Вот, например, один талантливый мальчик писал стихи о Луне, как Луна прекрасна, красива, ласкова, легка, она зовет за облака. И этот же мальчик написал совсем не детское стихотворение о том, что будет, когда он умрет. Он был смертельно болен, и он осознавал это. И он написал: «Сегодня меня не стало, я умер, и только дымка. И боли как не бывало, и я с тех пор невидимка. А что там внизу? О Боже! Зачем же так мама плачет? И я бездыханный, и все же я там или здесь? Задача». Так вот, чтобы мы с вами ценили то, что происходит при жизни, чтобы мы могли помочь всем, кого мы любим, и чтобы Вселенная помогла нам, мы вместе будем встречать урожайное полнолуние. А чтобы вы не огорчались, хочу добавить, что вот это самое урожайное полнолуние второй по силе значимости праздник был в Древнем Китае. Это был знаменитый День фонариков. И эти фонарики мы с вами вместе зажжем в ближайшую субботу. А если обратиться к тысячелетнему календарю, то мы увидим, что 10 сентября этого года будет день янского огня на земной ветви тигра. И год тигра, а огонь – это и есть фонарики. То есть в этом году особое урожайное полнолуние. Поэтому я всех призываю к тому, чтобы обязательно принять участие в стриме. Вы знаете, что это можно посмотреть и в записи, но когда ты смотришь это вживую, совсем другие энергии, совсем другое восприятие. Я поделюсь с вами секретами урожайной Луны 10 сентября в 17:00 по московскому времени.